Я сегодняшнюю лекцию начну с цитаты многоуважаемого Николая Михайловича Ядринцева. «Там, где кончаются бесконечные леса и поднимаются высоко-высоко скалистые горы, где шумно шумят горные реки и потоки с белой пеной, прыгая по камням, где простерлась неведомая никому пустыня, где-то там, за китайской границей, в непроходимых дебрях лежит загадочная земля, называемая Беловодье». И сегодня мы с вами беседуем о той загадочной земле, которая сегодня стала главным мифом Алтая – Беловодье. Была она, не была, существовала, не существовала, есть ли туда дороги, существуют ли путеводители, есть ли какие-то навигаторы, которые позволяют туда попасть, и кто попал туда. А все начиналось с того, что Беловодье существовало на самом деле. С одной стороны, оно ходит в определенный разряд мифических стран, так же, как после Никонорянского раскола исчез Соловецкий монастырь, люди Соловецкого монастыря. Также во время прихода Батыя ушел под воду Китежград, так же, как на Урале исчезла Чуть. И если говорить об историях 20 века, знаменитая страна бородатых людей, которую первый описал академик Окладников, вот ровно так же существует в фольклоре, в мифе Беловодья, но оно было на самом деле. И здесь, пожалуй, нужно начать с истории, которая начала свое функционирование в конце 16-го, в начале 17 века и продолжилась практически весь 18 век. Когда несколько волн старообрядцев, кержаков оказывалось в Сибири, на Алтае, уходили с реки Керженец, уходили из центральной России, они вольно или невольно искали свободные земли, которые были бы не подвластны и Никонианской церкви, и чиновникам, и губернаторам, и той светской власти, которая окружала. И, о чудо, они находили эти земли за казачьей линией, которая простиралась от Бийска до Кузнецкого острога, до Усть-Каменогорска. И эти земли находились в треугольнике, который сегодня можно обозначить следующим образом. С одной стороны китайская граница, с другой стороны другой угол – это река Иртыш. И третье – это вот алтайская земля, на которой находится гора Белуха. И вот в этом треугольнике благословенно селились люди, возделывали землю, добывали пушнину, в огромных количествах получали рыбу, торговали и жили преспокойно, выстраивая свой мир, как некое такое общество на справедливых началах. И в документальных источниках эта земля и называлась Беловодье. И первые упоминания мы находим в конце 18-19 века. Где найти эти упоминания? Не было же каких-то четких хроник. А здесь нам помогли сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Многие годы Тамара Мамсик исследовала архивы, где находились судебные протоколы беглых крестьян. И начиная с рубежа 18-19 веков, она таких сообщений находит множество. Вот одно из сообщений – это рассказ Федора Сизикова, которого поймали недалеко от Барнаула. Он был беглым приписным крестьянином. И здесь он рассказывает о том, как он в этом благословенном Беловодье на реке Бухтарме оказался. Он сбежал с завода, пришел, и прямая цитата, как его встретили люди, которые на этой территории уже проживали: «Каменщики, имеющие излишки хлеба и вещей, неимущих и просящих, вместо милостини наделяют разными одеяниями и птицей. Присоветовали в осеннее и зимнее время ловить малых зверей, снабдили хлебом, звериным вяленым мясом и рыбой». Ну и кроме того, дали множество советов. И оказавшись осенью, когда уже земледельческие работы были невозможны, Федор Сизиков на всю зиму отправился на промысел бить соболей и другую живность. И когда он вернулся, оказалось, что вот этих шкурок хватает на то, чтобы купить ружье, купить кафтан, купить шубу, купить лошадь. И еще осталось 59 рублей серебром. А весной он нанялся помощником по посевной. И за то, что он проработал всю посевную, в последний момент ему дали определенное количество ячменя, пшеницы, для того, чтобы он сам эти территории засеял.
И пошло, 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 постепенно и рыбалка, и заготовка струи бобра, и замечательный урожай. И Федор Сизиков блестяще выстроил свой быт так, что через 3 года у него уже были собственные наемные рабочие. И вот если верить в этим судебным протоколам, то оказалось, что через 3 года у него уже было большое хозяйство, 3 шубы, множество кафтанов, несколько лошадей, большие угодья и все то, что не мог бы позволить себе крестьянин на какой-то обычной земле, которая контролируется государственной властью за несколько десятилетий. Тут все прошло очень быстро. И все бы было чудесно, если бы не одно «но». Это «но» заключалось в том, что катастрофически не хватало соли. И для того, чтобы эту соль добывать, отправлялись к Локтевским озерам, где эту соль добывали, и привозить большие запасы с собой, а заодно переманивать вот эту чудесную страну Беловодья, своих близких, родственников и других горных рабочих, которые радостно бежали за свободой. И вот тут его арестовали, и возникли те судебные протоколы. Многие считают, что Беловодье – это удел в этот период исключительно старообрядцев, киржаков, более того, только несколько направлений старообрядческого движения здесь было задействовано. Но если верить другим показаниям, а Тамара Мамсик приводит их множество, то, например, другой беглец, который был задержан и допрошен, некий Конюхов, рассказывает о том, что нет какого-то старообрядческого засилия, а происходит вот такое благостное выбирание веры. И здесь, пожалуй, последним аргументом вот в этой дискуссии, кто там были старообрядцы или представители других направлений вероисповеданий и толков, приводит наш знаменитый писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков, который в очерке «Алтайская Русь» дает любопытную цитату, которая примиряет всех тех, кто находится на этой благословенной территории. Георгий Дмитриевич Гребенщиков пишет следующие слова. «Под тенью могучих кедров и лиственниц завязывался разговор о Боге, и иногда неверующий бергайер или каторжанин невольно попадал под влияние сектанта и принимал новое крещение с новым именем. Уединенный в девственных лесах, окруженный только птицами да дикими зверями и обвеянный тишью безлюдия, человек чувствовал близость Бога и неприкосновенно оберегаемое благочестие. Здесь даже закоренелый преступник невольно превращался в мягкого, благоговеющего человека. Душа злодея должна была просветляться, благословлять жизнь, но зато как же дорого ценилась такая жизнь после тяжелого, унизительного рабства. И все бы было так замечательно, и все бы это напоминало замечательную утопию, если бы не изыскание Сергея Саваскула, который уже в 20 веке начал исследовать климат на той территории. Оказалось, что в конце 18 века, в 1780 году, 3 года подряд была засуха, практически отсутствовал урожай, плюс набеги соседей с пограничного, ныне называемого государства Казахстан. И тогда вот люди, которые окружали в этом волшебном треугольнике, именуемом Беловодье, почувствовали, что просто им на этих территориях не выжить. И впервые обратились к матушке императрице Екатерине II с просьбой принять их под свой покров. Обратились напрямую, не через местных чиновников Усть-Каменогорска, не через руководителей Томской губернии, а сразу к матушке императрице. И та, будучи дамой просвещенной, будучи человеком, мыслящим государственно, 15 сентября 1791 года издала указ о даровании некоторых свобод этим людям, и стали их именовать каменщиками, а фактически они несли на себе функции пограничников. Но среди преизрядного количества старообрядцев, которые находились на этой территории, нашлось много людей из направления бегуны, которые все время ощущали при приближении власти Антихриста. И они сказали, ну вот Усть-Каменогорская крепость, вот рядом Бухтарма, жить с властью рядом мы не можем. А вот здесь в 3 днях пути находится прекрасная Уймонская долина. И мы постепенно, тем более, что некоторые наши родственники уже живут там, переберемся туда и начнем строить новый мир. И Раиса Павловна Кучуганова, которая в свое время основала, и теперь она является властной хранительницей музея старообрядческой культуры Уймонской долины, она дает информацию о том, что
Да, действительно, несколько семей из толков Бегуны, это семья Атамановых, это семья Бочкаревых, пришли именно в этот период конца 18 века и начали поднимать деревню Верхний Уймон, которая сегодня является одним из туристических центров Республики Алтай. Туда все стремятся, потому что там земля дышит совершенно по-другому. И получилось так, что Уймонская котловина стала тем центром, где все происходило. И тогда, вольно или невольно, возникает вопрос. Ну хорошо, мы знаем судебные протоколы, которые раскопала Тамара Мамсик. Мы знаем некие мифологические легенды и свидетельства, о которых рассказывают другие исследования. Но где же у нас те варианты, которые могут быть абсолютно точными историческими документами? И об этом я расскажу во второй лекции.